Героиня фильма, по моей просьбе, даже ни разу не посмотрела этот фильм до премьеры. То есть для нее это было открытие, она также смотрела, как и другие люди. Вот. Но только она смотрела на себя. Я думаю, что это еще один страх, с которым она должна была справиться, и у нее это получилось. То есть она вела себя очень достойно, вот, очень выдержанно, и, конечно, сыпались на нее вопросы самые разные, она достойно отвечала, но мне кажется, что она стала смелее и немного, скажем так, увереннее в себе. Даже вот там, уже на премьере, я уже увидела, что она выпрямилась, выровняла спину, подняла голову и пошла дальше. Но она и в фильме такой была. Она оказалась очень сильной. Я видела моменты, которые, наверное, не вошли в фильм. У нее были нюансы, когда она действительно бледнела, краснела, не знаю, там очень сильно мучилась, чтобы рассказать какому-то человеку что-то. То есть у нас есть записи, которые не вошли просто в фильм.